ॐ श्रीराम जय राम जप रे Некоторые учителя говорят, что ну, и учения говорят, что все дано, все пришло от Бога, все как бы в руках Бога. И что как Шри Бхагават может это прокомментировать. И Шри Бхагават сказал, что действительно, вот если мы думаем о психологическом мире, то есть о том, куда нам не нужно вмешиваться, то это действительно так. То есть все дано от Бога и все регулируется, контролируется Богом, и нам ни во что не нужно вмешиваться. Но это ни в коем случае нельзя применять к внешнему миру, что ну, вот нужно просто сидеть и все Богом сделается и само собой организуется. Потому что во внешнем мире нам необходимо действовать. Здесь другая поговорка: у Бога нету других рук, кроме твоих. И во внешнем мире это не действует. Это относится только к внутреннему психологическому миру, то есть к миру наших переживаний. И следующий вопрос вот задал другой мужчина, он сказал, что ну вот, а чтобы, скажем так, разотождествиться вот с этим я, с этой персоной, с этим чувством я, полезно ли говорить, допустим, мы? То есть вот. Ну и говорит, что ну, вот некоторые рекомендуют и делают так, что они вместо «я» теперь употребляют «мы», вместо имени «мы», и это якобы расширяет их сознание. Шри Бхагават говорит, что вообще-то разницы нету. То есть то ли ты вот раньше говорил «я хочу», там «я должен» или там что-то, то теперь ты будешь говорить «мы хотим», «мы должны», «нас», «мы». То есть в принципе смысл отождествления не меняется. Просто другая снова игра вот, в иллюзию, и что ну, как бы это тоже определенная практика, которая на самом деле ни к чему не ведет. Все, что нужно, вот этого не нужно делать, он говорит, что нужно просто отпустить вот эту персону, как волну в океане, чувства, которые якобы эта персона испытывает, тоже отпустить как волну в океане. И пусть все течет. И персона, и чувства, которые испытывает персона. И вот это и есть освобождение. Вот это и есть liberation. Вот это и есть. А понимание, что не нужно вмешиваться в этот поток волн, который изменяет себя сами, это и есть просветление. Вот я уже каждый раз так повторяю, что так сказать, вот четко закрепилось это понятие, что такое просветление, разница, и что такое освобождение. Ом Шри Рам Джая Рам Джапу.